Приветствую, дорогие друзья и зрители! Сегодня хотел бы показать две новых мишени на тематику шахмат, которая подразумевает игру вдвоем в первую очередь, и не только. В целом можно играть и самому. Целью игры является пробивание зоны фигуры оппонента, в данном случае 6. И после попадания отмечаем маркером, что данную фигуру уже забрали. Итак, выбираем цвет фигур, за которые будете играть. И в случае попадания в зону своей фигуры, просто пропускаем ход. Серия по 3 ножа. В моем случае я попал 3 вражеских белых фигуры. И отмечаю маркером. Далее сделаю ход за оппонента по зонам черных фигур. Ход черных по белым фигурам. Так черные фигуры одержали победу. В заключение могу сказать, что данный вариант игры более сложный, а здесь игра будет завершаться немного раньше, но это только по моим личным первым наблюдениям. На этих выходных обязательно сыграю в данную игру с оппонентом, чего и вам настоятельно рекомендую. Спасибо за внимание, хороших вам ходов. До свидания.